Я уже готова. Как я вам разобрала для Чарли кровать, чтобы он у меня тут остался. Он лежит, уже с ума сходит. Сделала телевизор погромче, чтобы он у меня слышал. Там, кстати, Танька приехала. Пойдемте посмотрим. Она у нас на улице. Тань! Маноло! Ну, асфальта сия! Но! Они нам стулья привезли, они нам не нужны. Вот видите, блин, стреляют, стреляют. Танька с семейством. Два маленьких, одна большая. Ну, ух, нифига себе сумчару как утащат. Нифига себе. Встречаю первых гостей, вернее, не первых, еще друг мужа пришел, уже сидит там. Пришел уже давно. Так что начинаем. Таня, вы жить ко мне едете? Да. Вам не... моим... Вы куда? Батальоном. Вы... Это что? Вы что там везете? Это собака типа. Это... Пипец. Но она должна была быть кошкой. Мне Танька уже подарки дарит, на. Да. Давай. Это чаша, чтобы у тебя дома чаша была полна еды. Чтобы следующий год у тебя был счастливый. Ты же любишь шоколад? Жди. А что вы в кухне дарите? А там люди. Там нет. Вот собачки. Собачки. Чтобы ты была красивая. Похоже на твой учебник, кстати. Точно. Ой, сережки. Сережки, да. Ой, какие красивые. С двух сторон, я такие люблю. Да, вот тебе этого, это Алине легко узнать. Ой, да покемона! Тебе смотри, что я нашла, мочалку, которую я выращивала. О, это раритет, очень, да, даже, да, с семечком. Да. А это чего? Не пойму, это чего. Короче, это для лица, чтобы ты была еще больше красотка. Ну пипец, сколько... А если папа и пи? Еще что могу подарить? А то Ирман. Все пригодится. Все. А вот эти убирай, Оксана. Да, троем где-то мой. Дюкесе. Да, да. Выкидывай. Закидывай. Убирай. Новым годом! Ура, Испания! С годом, собаки! Будем все преданы друг другу, как собаки. Надо после каждого пум выпивать, давай. Ты хочешь со мной пить? И желание загадка, как виноград твой? Да пошла ты, я так не умею пить. Надо только чуть-чуть, глупая баба, давай. Так мы так упадем. Не упадем. Еще у тебя этот... Слушай вообще. А что слушать? Путин, дядя Путин... С Новым годом! С новым счастьем! Здравствуй, Дедушка Мороз! Дай послушать! Кого? Там сейчас буду говорить. Меня надо слушать! Салют! Ура! Нерушимый! Ура! А вот другой! А я наша слава, сия великий прошла! Ля-ля-ля! В общем, что в этом духе? Вот у нас такой стол накрытый. Олеся, фотография нас. Вот такой у нас стол, у нас всего тут до сего. Сейчас. Мина по ла камера. Убери руку. Селедочка под шубой, креветочки, фунчоза. Мясо. Диле, привет. Что только нет. Вот у нас тут тарталетки, что только нет. И такие богатые. Не, Олеся. Рогатые. Нет, там ничего нету. Тут таблетки. А, это твои уже, наверное. А, нет, да, не мои, ладно. Чарли мой боится, мальчик тут стреляет. Мы готовим виноград. Вы знаете, что нужно 12 виноград есть, загадать желание. Ну, это как... Ага. Я как бы... Ну, начинает. О, как хорошо. Кто там? Катька балуется, Катюшка балуется.
Катя, не делай это. Передай. Она за мамой повторяет. Мама ничего умному не научит. Мама всему умному научит. А у нас виноград консервированный, без косточек. Чтобы, знаете, эти югеричи ардосы, перекому, сон там грязи, но не травы. Тут все стреляют, стреляют. Я его, наверное, сейчас в туалет оттащу, чтобы он... Да, не слушай. Так что вот так, мы готовим шампанское. Давай, что там за тайна? Налейте, налейте, пока мне вина. Выпьем за любовь, пусть звучат твои глаза. Выпьем за любовь, дальше не знаю я. Все, скрипчок. А что руку-то тянешь? Уже чокнулись. Напивайся, я пьяна. Уже? Я до дома, добила. Меня Степка раняя до вишневого сада. А что будет после 12? Там кукушка кукует, мое сердце волнует. Ты скажи ко мне, расскажи ко мне, где мой милый бачует. Голос надо тренировать. Что-то так грустно. Новый год нам снится, значит, все. А что прыгать-то? На-н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 а! И бутылка рома! Сладко! Ждем, нам осталось 10 минут. 10 минут, 5 минут, 5 минут. Это много или мало? 5 минут. А эти чокаются, у них там виноград, они не знают, как туда уже. И пьют, и выпивают. Кошачьи! Они сок пьют виноградный. Я заряд взяла, хочешь зарядить? Да я сейчас его выпить заряжусь еще. Заряд, который не валит. Короче, сейчас Надо 12 виноградных жрать. Жрать, жрать, жрать. И ahora vamos campanadas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. ¿Cómo es tu gracia? Пьем синюшку. Оксанка сделала зеленку. Bueno, salud, dinero y amor. Mira, que venga dinero y lo demás. Y salud, yo quiero salud. Dinero, amor. А я quiero salud y suerte. Ya está. Dinero tiene todo esto. У тебя само по себе? Тоже у тебя это? Самостоятельно? Да. Берем. Я? Да. Пипец. Не-не-не, минуту, мать.
Покушать! Ты забрала? Она ничего не хочет. Мне сейчас сам чего. Para criar estos dos bambinos. Al bambino de Iván Manuel. Y de Catalina Manuela. Venía a recogerla. С Новым годом, меня, с Новым годом, меня, с Новым годом, с Новым годом. А, это, по-моему, с днем рождения. Ничего, мы по-другому. Неважно. Главное, поддержали все. У нас там подарков целая елочка, вон лежит и под елочкой, и много и всего. А они все сидят, жрут, как лошади. Мы уже и стол убрали маленький, уже все. Я убираю от них еды, думаю, когда мы чай будем пить. А мы гулять уже, наверное, не пойдем, да? Пойдем. Мы еще гулять пойдем. Кирубайла. Кирубайла. Где музыка? О, вот, сейчас. Кирубайла, марча, бэби. Тода ла ноче, байла. А мы записаны. Да. Но у меня фото. Выбирайте. Я назвала вам, и я стану. Подарочки. Сейчас. Ложь под елкой будем вытаскивать. Номера надо писать, будем вытаскивать. У меня имя написано, у меня поименные. Вот так нечестно. Нет. У меня есть мужские подарки, у меня есть женские. Выбирайте любой. Ну, короче, вот это. Вот, знаете, это просто, я думала, открываем. Я думала, смешок все будет классно. Нет, мне не... А она все переиграла, хоть бы нас оповестила о своей проигрыше. Я подарки покупала месяц три назад. Они же протухли. Они, почему это они протухли? Почему ты думаешь, что это еда? Я тоже бы такие купить, такие недорогие вроде. Открываем первый. Ой, у меня такая уже есть. Ну, не такая, но наподобие. У меня на телевизоре, смотрите, какая красивая девочка. Ну, типа мелочка. Да, очень, я все храню. Я как это, я как дудочка, наверное. Она даже открытки хранит. Да. На, открывай. А зачем же они открытки дарят? Так, Вань, сам, умеешь читать? Ищи. Yo digo nada, compartiendo. Yo digo, hay problema de oro. Como en Rusia, mucho amigos, no sabe. Это маме, давай, маме и другой Тане. Давай, маме. Маме. Давай, маме. Маме, где мама? Мои подарки. Это ж меня вообще-то. Ну, подари лакстрашку. Нет, трусы или чё? Нет. Как одевать-то, блядь? Ну, она, наверное, там просто это, оторви вот эту же, вот эту штуку. Вот эту. Да я знаю, но если я... Это полотенце для головы. Это для головы. Где у тебя голова? Звезда, во лбу звезда горит. Ой, какая красивая. Давай фотографироваться вместе. А во лбу звезда горит. О, какое бонит. Да. Это формат можно? Рви. Все, рви. А сейчас еще подарим. А это для... Ой, ну что вы уже все? Подожди. Переворачивать? Смотри, как это одевается. Дай покажу. На, снимай меня. Это одевается так. Вот так. Блять, какие мы тупые. Вот тут петля есть, и вот это пуговица. И вот так деревня-то живем. Слушай, так это на улицах можешь ходить. Ну это же ты. Нет, это не шляпа. Это чалма, девочки, хорошо. Глянь, какой у меня девочка. Какая красивая девушка. О-ля-ля. Parece más que una rusa o una francesa, que sí. Sí. Otra francesa más. Перекручивай. Учимся завязывать. И натягиваем. Чалму. Восточные девушки, восточные. Танцы. А во лбу звезда. Мне так хорошо в ней вообще, даже не знала. Нафиг все, отбираю.
Нет, слушай, это мой подарок. А звезда какая, видали? Не говоря. Там не звезда, там сердце. Сердце. Recuerdo tu chocolatina nervioso también. Aquí, toma. Да, кто-то покажет. А там тоже есть. Я думала, тут, вали? Сейчас, Катя, все сожрем. Что надо сделать, Оксана? Спасибо. А еще что? Как хорошо у нас свет. О! Ла! Моя девочка сладкая такая. Моя а Катя уже седлая. Ну, а что надо сделать? Спасибо. Спасибо. А что еще? Ты меня тоже целовать будешь? Мой мальчик. Молодцы какие есть. Ой, и я поцелую юху, блядь. Ты мне только... Чарли! Заступник, заступник. Ой, ну что так выглядит? Блядь, по-мусульманскому. Не береги. А мне так хорошо прям. Где наш гарем? Восточные там. Пошлите на танцы восточные. Ой, мне так нравится вот эта группа. Донде эст Армандо? Минканта. И мне нравится. Стали волны. Кира Марча, выпьем. Раздеваемся. Минканта. Если мне просто глупо. Давай, пошли с нами. Потом, конечно, другую музыку придется ставить. Это другой. Ой, надо пальцы, губенки подкрасить. Смотри, у нее губенки. О, какая красивая. Ой, мои бриллианты. Красивая. Смотрите, блин. Нет, так нечестно, ты их. Ну да. Наш, детки, наш. Это вообще был ваш подарок тоже. Но потом я как узнала, что придут дети, то я думаю, ну, в одну семью все пойдет. Ну класс там, наверное. Да, Оксаночка, спасибо большое. Все. А это что такое? Сумку. Ну, это чтобы не мокло. Девочкам надо дарить презервативы, дура. Так это, блин, уже было с этой. А, ты уже их использовала? Она даже еще 100 грамм не выпила. Я еще она тоненькая, сумочка прям и косметичку. Она все время говорит, мам, мне нужна, у меня есть, а не толк. Я даже угадала, что ли? Да, видишь, какая ты догадливая девчонка. Раз туда и самая. Ой, ну я рада. Катя, падай эту бойся, а если по Олесе. Ай, что-то я не летишком, ничего. Ой. Ладно тебе, если... Ну, есть семья-то, блин, какая она, с паровозом. Я привезла 3, потому что я думала, что будут разыгрывать, а там каждый что берет. А это что пожестче? Ты какой берешь? На, один этки, один тебе. На. Катюш, спасибо, я вам... Ничего нам не надо. Ничего, подарила. Ничего, как что? Я подержу. Нет, сюда, я потом буду вырезать. Иди к ней. Ой, матрешка, иди твоя.
Матрешка. Матрешка. Русский народный. А вы что, что ли? Ваня? А я думала, вы не деретесь никогда. Она пьешь. Фига себе. Да, она его прям так. Сейчас отберу тогда у вас все. Короче, тут матрешка с зуботычками. Зуботычками. Классно. Хорошее уточнение. У меня такой еще нету. С зуботычками. Вот, классный для масла. Иди сюда, блин. А там еще что-то было. Смотри. Ой, а у меня тут еще поварешка есть. Подожди. Да. Поварешка, помалешка. А еще и приправа буду готовить. А это другой подарок. А потом презерватив. Девочки, девочки. Это как раз Иринке масленица. Я знала, что мне это не надо. Иринке масленица, а мне... Меня и поварёшка, и корейская мармеляха. Нет, тебе то же самое поварёшка, а это было в комплекте. Намылил, одел и смазал. Ну ты, девка, предусмотрительная. И вкусняшка. Вот это типа, это хорошее я делал, а вот это мне прям смазать. Это больше, чем я. Матрёшка моя, тебе не стыдно. И ты посерпай, ты сухарку, но я потеку, но... Алло, Рамки, я... Uno tuve que tirarlo porque ya se abrió. О, Оксана пошла в разгон. Мне нравится. Что ты мои ноги кривые? Где? В каком месте? Так не надо. Вот так смотреть. Ты слыхала, твой Тарзан тебя зовет. Спасибо, а это все подарки. Там, знаешь, наконец-то время для там чая идет прошел. Двойной замок. Тортик, смотрите, какой классный. Ты разговаривай, разговаривай. Убери свои красные пальцы. Это елочка. Это Новый год, это снежинки. А это типа собака. Да, но больше на кошку похоже. А это моя елочка. Классная, правда? А моя это вкуснее. А это у нас чай заведем. Мы уже пьем. А я чай, время полтретьего. Ни снежинки, ни снежинки. Молока тебе надо? Да. Кто сегодня на раздойке? Не, так замучает. Да, мне есть лактоза. Чё? Это что такое? Это молоко. А у меня кон лактоза. Подожди, сейчас в супер сбегаю. Беги, сейчас в магазин побежала. Беги. Мама подождет, только вначале давай наливай. Сделай. Я бегу, бегу. Давай бегу наливай. Бегу на край земли. Дочь. Я бегу за молоком. Дура, за мама, это выпьем. А то год все, тогда выпью сначала, а потом побегу. Нас становится все меньше и меньше. Я до сих пор бутылку рома не допью. Ой, а что там тоже до хера столько пить совсем разучилась. Вообще, время 5:00, 4:30 почти. Стареем. Чем мы даже торты не зажим. Оксанка желание не загадывает между двух танец. Мой усыкается. Ты ему панцирь надела? Не, рановато. А вдруг он мне на себе навостится? Ничего, я застираю. Попку подмоем. Так, стань, ты блинарь. Куда намуливаешься? Надо. Красотой. Ну, давайте. А что творится у нас? Что творится? Самое главное, у Оксанки на камере мох растет. Да не мох, это же твои меха. Да, где шуба-то, я не поняла. Шуба вот сверху. Шуба у тебя что-то там лежит в ящике, ты ее до сих пор не дошила. А мне она вдруг понадобится на следующий год. Я тебе подарю еще. Да, знали мы, видели мы все тут. Все видели. Как Таня, обнимай ты красоту. Ты куда красоту наводишь? Ну, время полпятого, кому ты нахрен нужна? Давай выпьем. Вот, видишь, что на камеру подружки говорят? Да. Нахрен подружка да. Моя, как всегда. Знаете, почему? Она любит себя любимую. Да, я тоже. А кто не любит? Выпьем за нас, за девочек красоту. За любовь. Нахер она нужна? Это все, что мы знаем. Мы обычно песни всегда так поем. Но мы еще не напились. У нас еще все впереди. Меня с Новым годом пошел наш. Вот такой вот Новый год у нас получился. Я уже умылась. Только тушь такая вот, она не смывается какая-то. Сейчас пойду еще до спреса специально смою, потому что я не знаю. Не смывается. Ай, так хорошо посидели. Время 6:00 утра. Это пипец как поздно. Но мы очень классно посидели. Так что... Надеюсь, что вам понравился наш Новый год. Отмечаем мы его, в принципе, не... чем не отличается, как и остальные. Так что вот так прошел наш Новый год, наша ночь. На улице ветер страшный, ураган.
Я пошла смывать косметику, тушь ужасная. Она не водостойкая, но она нифига не смывается. И всем пока-пока!